Всем привет, я Артем Гаев, и это третья серия нашего батла прогнозистов. Для начала напомню, чем мы здесь занимаемся. Перед каждым матчем сборной России на чемпионате мира, который в эти дни проходит в Риге, вы можете попробовать предугадать его результат. Заходите в наш телеграм-канал «Плавим лед», ссылка на него есть в описании к этому ролику, и выбирайте понравившийся вариант. Тот, который наберет больше всего голосов и станет ставкой подписчиков. Ну а здесь, на YouTube-канале «Хоккей Спорт 24», свою ставку предложим мы. В конце чемпионата узнаем, кто круче. Впереди матч Россия-Словакия, и свой выбор вы уже сделали. Большинство подписчиков «Плавим лед» считают, что в этой игре команды совместными усилиями забросят больше 5,5 шайб. Логика в этой ставке есть. В двух первых матчах сборной России этот тотал пробивался, да и в игре со словаками наши выглядят фаворитами, могут забить много. Вы удивитесь, но наша ставка абсолютно противоположная. Сейчас объясним почему. Во-первых, нужно обратить внимание на результативность сборной Словакии. Посмотрите на товарищеские матчи, которые она провела перед чемпионатом мира. В 8 встречах с Латвией, Австрией, Германией и Чехией команда лишь дважды забросила больше 2 шайб. Ну а если взять матч на первенстве планеты против британцев, 43 броска и те же 2 гола. Просто ужас. Стоит ли ждать голевого фейерверка от сборной России? Тоже большой вопрос. Причины две. Во-первых, соперник наверняка выберет максимально закрытую и аккуратную модель игры, и у нашего не самого креативного нападения могут возникнуть проблемы. Во-вторых, словаки исторически являются не самым удобным для нас оппонентом. Итак, ставка хоккейной редакции Sport24 на матч Россия-Словакия, тотал голов меньше 5,5. За такой вариант наш партнер BetCity прилагает солидный коэффициент 2.08. Подписывайтесь на телеграм-канал «Плавим лед» и на YouTube-канал «Хоккей Sport24». С нами интересно. Пока!